Важного человека для организации, у которых на балансе есть, например, тракторы, задержали экономические полицейские. Наручники застегнули на подозреваемом в коррупции ведущем специалисте Гостехнадзора. Этот сотрудник отвечал за инспекцию коммерческих фирм, у которых есть самоходные машины. Ну, в основном это строительная или уборочная техника. При обыске забрали коробки с печатями и штампами разных компаний, всякие бланки, пустые и уже заполненные. Следствие вменяет инспектору взятку в 43 тысячи. Это пока. Устанавливают и другие эпизоды, ищут возможных подельников. Доброе утро. С полиции. Выходим из кабинета. Выходим. Документы можешь оставить здесь. Мужчина, вы куда? За что задержано? Пока, честно говоря, не понимаю.